Голубыми дорогами севера называют реки в Коми АССР. В самом деле, река – это порой единственный путь, которым можно добраться до некоторых районов республики. Высшим искусством судовождения на реке считается проводка плотов. Иван Васильевич Кирпичев – один из самых опытных капитанов в северном речном пароходстве. 16-летним мальчишкой пришел он на реку, и вот уже 34 года водит плоты. Коротко северное лето, недолго длится навигация. Пользуясь большой водой, речники спешат перевести миллионы тонн необходимых грузов, спустить в низовье рек тысячи кубометров леса. В нынешнюю навигацию успешно проводится эксперимент – буксировка плотов длиной в полкилометра.